В'ячеслав Сімченко – найкреативніший директор Миколаївського заводу. Обожнює творчі проекти, розіграші, підтримує культурно-мистецькі ідеї та власним прикладом вміє надихати оточуючих на нестандартні вчинки. Тетяна Жарінова – прес-секретар директора одного з миколаївських заводів, керівник творчих проєктів. Завжди щось вигадує, не сидить на місці, заряджає інших новими ідеями та цікавинками. Вона не тільки керує проєктами, але й сама із задоволенням бере в них участь. Отже, доброго ранку. Вітаємо вас. Доброго. Як я вже й казав, ми зовсім скоро будемо святкувати День захисту дітей. Ви з цього приводу вже вдруге підготували для нас, для всіх миколаївців, фотовиставку, яка, до речі, вчора відзначався День спогадів, День приємних спогадів дитинства. Бачите, як співпадають ці дати? Так, так. От не зря зв'язки так сложилися. Яка мета цієї фотовиставки і взагалі кого вони будуть, хто буде зображений на світлинах, скажімо так? Ну, одразу стільки запитань. Цель простая. Перше – це хороше настроєння. І немножко как-то разнообразить нашу серые будні, серую жизнь. Почему? Дня защиты детей, все классно. Мы все придумали. Как правило, что происходит? Детям мороженое, а мамам там цветочки, шарики, какие-то там еще детские там концертики. А человеки все организовывают. Ля-ля-ля-ля-ля. Да. А взрослые все ходят, потом ну, детей выгулили, потом думают, ну ладно, пойти куда-то там по 100 грамм что-то выпить, наверное. Да? Вот. Потом мы решили тут немножко это все нарушить, поменять эти правила, все сломать. И чуть-чуть, поэтому название выставки такое, впадать в детство. Да? Мы иногда шутим, что вот старческий маразм. Так как у нас тоже возраст преклонный. Я сегодня не один раз, мабуть, вже двічі чи тричі, а то й більше разів казала, що головне, скільки років ми відчуваємо всередині. Тобто те, що ми діти всередині. Так, да, совершенно верно. Плюс, я считаю, пока в каждом из нас внутри живет ребенок, мы живем, мы развиваемся. Когда ты стал настолько закостенелый, настолько там с надутыми щеками, серьезный, взрослый и все прочее, все, ты не растешь. Если ты не растешь, ты не развиваешься. Если ты не развиваешься, ну, все, это живой труп. Ну, дитина, це в першу чергу, мені здається, жага до відкриттів, до нових знань. Тут ви абсолютно вірні. В будь-якому випадку, це завжди розвиття. Це завжди якесь розвиття, це якісь нові знання, це емоції, це непосередственність якась, це живі емоції. Тому що ми звикли частенько носити на себе покерфейс, да, такий от є там... Улыбнуться? Не-не-не, надо смотреть, как Треба ты там выглядишь, да? В крайнем случае селфичкой сделать там, вот. Ну, то не про вас, мы это все зрозумели, да? Вспомнить себя, во-первых, это повод каждому, кто участвовал в этой фотовыставке, кто подавал свои фотографии, это повод достать на чердаках свои старые фотографии. Зачастую, для многих это был даже повод просто позвонить родителям и сказать там, мама, папа, ну поищи там где-то фотографии, есть старые. Ты помнишь, какую маленькую я была? Потому что у многих даже нет этих фотографий дома. Глядачі можуть побачити декілька світлин, так? З минулого року, я так розумію. Прошлогодня виставка, в цьому році це у нас вторая. Розкажіть, як пройшла в минулому році виставка, як реагували миколаївці і хто був на світлинах? Рассказываю. Ура, наконец-то. Смотрите, в том году у нас было около 80 фотографий, потому что зачастую идея приходит в последний момент, и мы буквально за дней 10 быстренько придумали, организовали, напечатали, и все сделали по выставке. В этом году мы немножко умнее. Мы помним, что как было, и более продолжительный срок мы собирали фотографии. В этом году выставка в два раза больше. То есть ее будут два раза дольше монтировать, два раза интереснее смотреть. Получается, те, что были участники, они, естественно, остаются. И присоединяется еще 80 новых участников. О, 160 фотографий, соответственно, детских плюс взрослых с подписями. Кто это? Подписи разные. У кого-то они серьезные, чтобы люди все равно... В прошлом году все читали подписи. Вот абсолютно я наблюдала целый день выставку, все внимательно изучали, кто же это. Потому что они все в городе знают известных людей в своем направлении и так далее, и так далее. У кого-то подпись солидная, там генеральный директор чего-то, потому что, чтобы проще было понять. У кого-то настолько более известное лицо, что достаточно подписать более фривольно, там,
художник, наприклад, да? І подивитися, зрозуміти, що людина не змінилася навіть з тих пір. Абсолютно. Ви знаєте, є навіть трогательні історії з цими вот, з архівами, з фотоальбомами. Хтось дійсно, наконец-то, позвонив родителям. Были фотографии, которые слали из других городов и даже, по-моему, где-то из-за границы что-то там сканировали, слали, потому что здесь оказывалось, у людей нет детских фотографий, и об этом вспоминали. Ось, есть трогательные истории, вот две запомнилось. Одну фотографию нашли, которую считали утерянной, нашли у каких-то родственников, какую-то любимую детскую фоточку вот какую-то откопали. А другой, наоборот, участник в том году, и в этом, соответственно, не смог участвовать, хотя хочет. И хотел этот человек участвовать, он такой достойный житель города, но оказалась там трогательная история, когда там бывшая жена сожгла, уничтожила там все фотографии, слушайте, включая ну, детские. Тут есть занадто. Разные ужасы, но тем не менее выставка все равно позитивная, и поэтому у нас все от блогеров, музыкантов до изобретателей, кораблестроителей, то есть от серьезных дядей и пухленьких малышей, соответственно, в детстве, до таких, ну, фривольных таких вот людей, которые свободны там в творчестве и так далее. То есть очень разные мы отбирали. Але ми так розуміємо, що окрім фотовиставки будуть ще інші смаколики для тих, хто завітає на неї. Дітям всім свойственно балуватися. Да? І іноді, даже я своїм дітям розрішав, пам'ятаю, мені розрішали, я завжди говорю, таке управляємое баловство. Контролем. Да, да. Приходишь, говоришь, вот тебе там какая-то зона, неважно, это там какая-то там, либо пружинная кровать, пожалуйста, попрыгай на ней на здоровье себе, да? Ну, мы же все это делали в детстве. Да. Вот, или там, на, там, пообливайся там водой, или там, да. Так, якщо немає пістолетів, то можна ще з пляшки можна зробити. Можна із відра. Бутилочек делали, да, бризгались. Ну, по-разному. І тому, що завпадання в дитинстві без баловства? Ну, воно має бути, воно має присутствувати. Тому деякі елементи баловства будуть і на цій фотовиставці. Ими можно будет взрослым побаловаться, это исключительно для взрослых, не, да, которые впали в детство. Дети будут смотреть на то, как их родители будут впадать в детство. Фоткать и выкладывать побыстрее. Что дети смогут просто стоять и дивиться. Я думаю, что можливо, деякі таких батьків ще не бачили. Не, ну, иногда детям тоже интересно побыть вроде, в роли родителей. Да? Так, пусть так, они посмотрят, какой там папа неуправляемый, что он там куда-то бегает, что-то прыгает, что-то делает. А ребенок сын думает, ну папа, ну давай. Ну, так, а что ж там будут делать батьки? Що їм можна буде робити? Я значно слово. Як завжди, слово мені, тому що, ну хто у нас, да, масовик-затейник на заводі? Звісно ж, я. Ми уговорили, укатали там шантажовими мелкими хитростями поставити батут на 2 часа, хоча всі пані все такі, боже, батут, а ті ж взрослые, як прыгнуть, як проломить. Це моє місце дитинства. Ні, все нормально. Буде свіжий, перший раз навіть использований батут, надіюсь, не останній. Новенький нам його дадуть. Це буде з 10 до 12 часов, то есть с момента открытия выставки и на пару часов мы его себе поставим прямо вот, вот прям где выставка. А выставка возле паровоза в сказке. И только взрослым, да, понятно, что не 5 человек, будем аккуратны все-таки, но мы хотим, чтобы это была и фотозона, и развлечение, то есть, да, можно хоть пару раз позволить себе подпрыгнуть и сделать прикольные фотки, потому что понимаем, что, ну, вряд ли где-то в городе взрослых потом еще раз пустят на батут. Будет отдельная фотозона, классная, яркая, веселая. Не буду говорить, какая, придете, посмотрите. Тем более, кое-кто интрига. У нас участник фотовыставки, да, Светланка? Не знаю, кто там может быть. Вот. Кроме этого, ну, понятно, что фотографии все рассматривают, селфи это обязательно, да, все классно, прикольно. Кроме этого, только для взрослых у нас будет работать аквагрим, как минимум эти 2 часа. Для взрослых? Для взрослых. Да. То есть вы можете прийти превратиться в кошечку, тигрика, пирата, вообще легко. А. Все это, конечно же, за наш счет, то есть мы никаких там денег взимать не будем, это вот такая развлекуха. То есть фотозона, аквагрим, шарики, можете как научиться сложить эту собачку долгожданную, которую все там читают. Твистинг, если да, твистинг, совершенно верно. Боже, какие познания. То есть шарики, аквагрим, батут, это вот минимальный набор, хотя бы тот, который точно будет, и только для взрослых. 18+. Вы даете змогу, это действительно впасти в дитинство. Наскільки я розумію, от, ви даєте такий ось квиток в дитинство дорослим людям, які забудуть. А кажуть, що не можна переживати в минуле. Время не существует. Существует.
существует, давно уже доказано. Мы ее изобрели. Вот, она у каждого внутри, у каждого здесь в голове. Тут у каждого в голове и проблемы, у каждого в голове и хорошее настроение, у каждого в голове и путь к развитию, либо наоборот, путь к полному. Это решение сложного знания. Да, да, да. Поэтому надо просто будоражить себя иногда немножко. Вот. И тогда, но скажем сам так, не все были готовы себя будоражить, не все готовы, видимо, это какое-то, не знаю, там табу, может еще что-то. То есть многие как были серьезными людьми, вот так они ими и остались. Я не имею в виду детские фотки, то есть они, ну, по каким-то причинам, да, они не были согласны принимать участие в фотовыставке. Я считаю, что, ну как, ничего такого нет в детских фотках, тем более мы там голопопые какие-то фотографии, прям младенцев точно не ставим. Это все уже какие-то дети сформированы, очень здорово, классно, весело наблюдать. Многие вообще вот как были, так они такие остались. Вот один в один. Улыбка, вот только чуть-чуть, да, там прибавилось возраста на лице. Другие, наоборот, совсем неузнаваемые. То есть, боже, кто это? Точно-точно это он или там она? Ну, старт, мы так разумеем, с 10-го года. А, в 10 возле паровоза сказочного, да, конечно. Дальше вот червня. Все волшебства происходят возле сказочного паровоза. Ну що ж, дякуємо за те, що даруєте в цей день свята не тільки дітям, а ще й дорослим. Дайте їм змогу побути дітьми, зануритися у цей найчудовіші, усі найчудовіші часи всього людського життя. Я вважаю, що дитинство – це найприємніше, що може бути з людиною. Так. Потрібно згадувати ці часи із посмішкою. Це ще й проявлення свободи. Наскільки чоловік свободен внутрі, як він себе чувствує. Якщо він чувствує себе свободним, то он тогда не боится этих вот вещей, не боится быть смешным и улыбаться. Поэтому не бойтесь прийти на батут и хотя бы разочек другой подпрыгнуть. Що можу додати? Що 1 червня о 12 у нас буде програма «М-тайм». Якщо, друзі, ви нас побачите у гримі там якоїсь кицької чи ще когось там, я не знаю, так, з батута на ефір, то не дивуйтесь, то ми будемо саме там. Тобто ви точно прийдете на відкриття, правильно? Ми будемо. Так, друзі, захід відбудеться 1 червня о 10:00.